Териберки согласовали мастер-план развития. По замыслам столичных инвесторов, приморское село станет эко-поселением. Проект разработали столичные архитекторы и социологи. В обсуждении стратегии развития Териберки приняли участие жители села, сотрудники правительства, бизнесмены и организаторы масштабного ежегодного фестиваля. Стороны пришли к единому взгляду на развитие поселка. Мастер-план утвердили на заседании проектного комитета под председательством замгубернатора Григория Стратия.